1 июня краснознаменному ордена Ушакова Северному флоту исполнилось 289 лет. Командующий флотом, Герой России, адмирал Александр Моисеев поздравил с праздником личный состав кораблей, выполняющий задачи боевых служб и дальних походов, в том числе в Средиземном море. Вечером на борту крейсеров маршал Устинов и вице-адмирал Кулаков состоятся концерты самодеятельных творческих коллективов из состава экипажей. А в главной базе Северного флота – Североморский торжественный концерт. Также праздник отметили в главных морских базах страны – в Севастополе, Владивостоке, Калининграде и Каспийске.